Но спека нет. Убирай его нафиг, тут нет никакого ПВП. Еще один ногибатор в циркуле. Ну мы во сколько обычно ходим? А мы сколько танков обычно ходим? Разве не в 3? 4. Ну вообще можно и в 2, конечно. Если танки будет трэш. А вдись он. Меня на куб нельзя. Если я пойду на куб, я могу не вовремя его отжать, и вас ёбнет. У меня лагает правая кнопка мыши. Я тебе уже это... Все, я здесь, Шинцунг. Давай.
Вот, ты говорил, шансон на кубы поставишь или не? Там метки нету. Да мне. Нет, всегда чаротворцы, инферналы нормально держат. Кто-то, но не я, кто-то, но не я, ложкой долбит кто-то. Кубы заносят, а то сейчас опять не прижим. Я там мобов позаливаю тогда. Не прожал один зал. Не уследил. У меня треугольник он пишет. Давай я лучше на звезду встану. Но сказать можно было. Ну, сказал бы, не прожимается.
Это все потому, что ты в демона спекал. Да-да-да. Ой, то чё ты меня кикнул? Ну, если чё, говори в 10 от желания. Друиды, лапку дайте. Справа чаротворца подойдите ко всем. Турби надо, короче, со старта боб кидать и все. Гера. Не, не. В обычке ж мы под стенкой танчим, он подворот достает. Ребят, ну если у кого-то не получается, озвучите, пожалуйста. С кубом. А если у меня жить не получается? Кубы тыкать один раз, а не клацать просто демоны. Один раз нажали и все. Тогда он активен. О! Щита прохилите.
Там Катру, у меня вопрос. Почему ты второй по агро и чё-то не срываешь мне агро? Я босса не тончу. Я не ошибался, я таунта не кидал. Нет. Кубы там. Кубы прожали. Кубы нормально. Гитаристы. Он уже перешел, блядь. Под ворота бегите. Проживки. Гитариста в РДД. Ну что на этом боссе делать, я ж не знаю. Редера очень сильно пробивает. Шреддер, смотри, чтобы лужа сзади ты не отлетел. Рыбахните там. Ну не закрыли.
по бомжам ретрикам. Шансонгу можно? На паладинов заходит. Шансонгу можно на ретрика, там вроде не сложно дальше. У меня уже достаточно таких предметов. Да хранит тебя свет. Да ну, по две шмотки. Рога точно не носит. Друли по две шмотки носит. Фудекаду как становят, да. Фудека, да, совет. Короче, ДКшкам, ДДшкам лучше Т-10 носить, по-моему. Совом 5 Т-10 это идеально. Ну, БДК, ДД, онли Т-4. Анхоли и Фрост это Т-10. Да, еще кто носит. Фаермаги вроде носит. Артуру 4Т-10, наверное. Все нужно. Плюс она лайт. На Эрдру лучше 2 в 2. Самая охуенная тренировка. Да Шреддер, ты заебал по клавишам бить, блять, ну поставь на кнопку, нахуй ты на выход звук. Да, но он, блядь, нон-стопом уже заебал и дослушал. Что, где? А чё это талисман линканули? Убийца там... Это новые три с этого сала. Охуенная, да? Там 4 миллиона крита дает. Ну, это же бред, блин. Бред, ты дальше... Это ЗСа. Дальше почитай бонус. Она, блядь, по 30к будет у каких-нибудь шпешников или у афлилоков вылетать. Ну, 10 там раз, же... блядь. Даже по 18к 10 раз, вот прикинь, 1800, блядь, за 5 секунд, на. Ой, 180к за 5 секунд. Мне в конце бонус нравится, сила Б называется, что, блядь, так же? Сила Б, охуенная, да. Скриптовали, давай за её сока забить, а чё, давай, охуенно, молодцы. Не, ну, кстати, вот хочется отдать должное, они вот первые три не такого тялара, они как бы исправили, раньше он только карт давал, как бы, да. Ой. А и на хила он еще исправили тринку.
Бля, тренинная РПБ. Да конченая она вообще, блядь. Она одно РПБ-шное дает, а про хосты раз в минуту 500 ну, на 10 согласен. Секунд. На рогов очень заебись. Хуйня. Понимаешь, ты в курсе, что от хосты у рогов регенится быстрее энергии? Ты знаешь, что они этот нахуй, у них концентрация быстрее устанавливается. У него спека нет. Войт линканим и спек просто. И все. Войт, а Триня с груля тоже по ролу или за ГП? Войт, вот эту хуйню с груля на кастера можно, блять, и по ролу отдавать. Просто бесполезная поебота. Кроме СПД ничего не дает. А мы трэш пить будем? Вот Триня, прям вот на какого-нибудь муть, то просто охуенно. И на ретро-паладина. Ну ретро куда вроде нужна? Да. Да, Хирио, на роль на шапа. Ну вот это я не понимаю, это вообще такая полная хуйня. Если это не перепишут, это вообще будет происходить. Типа имба? Да в смысле имба, братан, блядь? Тринка дает 200 СПД и 160 крита. Хасты. Хасты, извините. Это ж залупа, блядь. Для сравнения труба с обычкой дает больше. Нахуй не понимаю, объявлять, блядь, анонс выхода новых, блядь, этих рейдов, если вы, блядь, даже их заскриптовать не сумели толку, ну, шмотки. Камон, вот, блядь. Бесплатным. Во-первых, нет, это хуйня, все платно. У них этот контент еще с X10, братан. Еще с 15. Вот знаешь, лично мне после того, как я сюда 1050, блядь, задонатил, они обязаны. Может быть, кому-то, кто не задонатил. Ты донатил по своему желанию? А Blizzard, если захочет, он этот сервер может прикрыть. Ну и замечательно. Я не хочу. Нет, не понимают, они на очень не играли. Присумоньте, пожалуйста, прошу уже сколько. Спасибо. Да. Войт, можете спекнуть в ШП, они в четвером захилят. Окей. Может, вармса спекнуться, не? Окей. А можно езя, пожалуйста? Рыбу.
Спасибо. Угу. Так что, мне не держать? Блять, ты определись? Сами, не я это предложил. Минус 30к МП, спасибо. Так я ж в хиле, я не могу тут нажать. Просто это пиратский сервер, и тебе здесь никто ничего не... Но тут в каждой пати по 10 полу, по-моему. Пока да. Пока да. Блять, это стоит 13%. Блять, его... Его хильнули. Бля, успели. Вообще на тоненького. На тоненького хилу кто-то каст не сбил, там 2% захилили. Все понятно. Нашли вину. Слепоглаз активен возле главного босса. Звезда. Там... Сейчас сидеть по толку. Я просто жду, как ста преисподней стою, блядь. Ой, это как Джига танцует, сможешь показать? Сходи, возьми костюм пирата и нажми танец.
пирожка не был. Да блядь, ты заебала, сука, да каждый раз меня откидывает. Не говори. Тигля. Подрат. За всю боль просто. Да. Говна кусок. Короче, стоишь такой, кастишь, хуяк, улетел. Подошел такой, опять, улетел. Охуенно. Да, да. Вот так, в принципе, в слоу-мо, да, был бы охуенно. На крест. А? Нет, вот он кидает бомбу живую. Если кто-то рядом с тобой стоит, она тебе в ответ культит 50 тонн. Нахуй ты его отводишь, блядь? Ну, обычная, ну, которую маг кидает, у нее то же самое. Только если как бы, в момент взрыва рядом кто-то есть, по тебе и ебошит 50 тысяч. Вот и все. Он не подошел. Он стоял возле короля, откинула вас к королю и его уебала там. Проверил, работает. По танку проходит 30к где-то. Ну вот по мне полтосика прошел. Диспел.
Нет, он всегда 260-й был. Он был раньше 262-й. Давно. Нет, он 260-й был. Если ты ньюфак, то, блядь, не въёбывайся, пожалуйста. 260-й он был, ребят. Он был 262-й. Да не был он 262-й, 260-й. 262 было. И выёбывается, блядь. Это я возьму. Да не, я так на транспорт, в принципе, нахуй надо. Да ладно, не надо. Поскольку постольку. Но это бы танку зашло. Скинь танкадру, если можно. Ну, это на оф. А, ну там все вырубил, ладно. Че меня убило? Понимаю. Тебя убил. Чанч. А что, вы еще виклик не начали собирать? Что такое виклик? Охота на великих чудовищ, квест. 4 рейда. А, ну, ясно. Причем самому вставать и идти пешочком. Почему детектор механизмов говно? Кто-то там говорит. Хорошая же тренер. Надо как-то. Надо, чтобы было 5-6 в рейде. Тогда будет нормально. А нет. Так как все меняют на чашку там, и типа, так далее, будет говно. Там типа снимается этот баф, загадочный механизм. Когда. Да, на время, конечно, подается. Не, ну там, если честно, 3 хватает. 4 идеально. И он все время висит. Ну, 50 кольцов залетело. Войд. Зидум просит заменить Джованни. Сука. Что нужно всем подойти в мобов, и они не будут чаржиться тогда. Я вон только что в притул стоял. Зря ты хил привел. Следующий собью. Нихуя ты не сделал. Потому что я сдох.
понимаешь, там два хиля. Почему кроме меня и Вейда никто не сбивает, блядь? Можно фулл ребаф по пристам? Спасибо, люблю тебя. Давай, в треугольнике Мишка постоит, он кадру. На печке. Босса я никогда не танчил, я всегда ручки закрывал. Что делать-то? Стой в моем фрейме. Дайте по присту паладина баф еще раз, пожалуйста. И касочку. Спасибо. Там же вроде не вайпается от одной руки. Закупаю. Я сейчас или не? Кружок при штуке. Геро, не? Чё я один справа закрываю? Вы угораете, что ли? Мне в прикол!
Закрыть. Следующий. Следующий закрыть, где чё лам. Всё, следующий отбегу. В центре руки, да? Что-то сложило. Танки упали, походу. Танк упал, Эвинар. Ее подняли. А вон там на мост. Мост вроде в мишку прыгнул, вроде держит пока. Тоже в вагон несколько зашли. Не, он закинул. Да, уже закинули. У тебя реловная все меня лагает, пиздец. Это просто шмот 260-й стал. А был же 262-й. Да нет. Я иногда не успеваю его поставить. Есть джипс у кого-нибудь? Починиться надо. Вы просто играете один месяц и все. Да. Вот я один месяц играю, согласен. Да, мне вообще быстрый старт взял. Быстрый старт до 250-го сразу. Да задонил шмоток, да и все. Бля, есть у кого-нибудь джипс починиться нам? Шмотки задонатил, мозги не задонатил. Если хотите, может меня засмотреть, я тут в начале инста. Спасибо. А где вот эта воронка пустоты падает? Это твой инстой? В РБК новых. В новых РБК? Ну, которые уже старые, ну, как бы новые. Там темный лабиринт, механар, аркатрац.
Да, я не знаю, там 7 стаков было, я хз почему. Угу. Я пытался. Печки закройте, пожалуйста. А Алиса вылетела. Она вылетела. Лол, меня серва кикнула, прикольно. А он выйдется, нет? А, у меня версия клиента устарела и мне кидает через каждые 3 минуты. О, я сейчас средства. Ебучий их не обновлен. Давай, мы средством поднимаем. Войт, может ты спекнешься там или танчика какого-нибудь другого? Войт и так в танке. Сейчас, блядь, подождите, я лаунчер ебаный обновлю. Иди сюда, да? Вой! Вой! Хочешь, я тебе скину, сколько вар должен давать ДФР? Вар никому ничего не должен. Бля, ну это же охуенно. Да, я иду уже. Вот тут сзади меня еще чел прется. И я не самая долгая тут. Но я тебе все равно скину. Маги, можно инту, пожалуйста? А в фугароидах все полчаса перед боссом. АФК стоит сзади, вон.
Гера. А. КД. Чё закончено это самое, Гера? Это БЛ называется, Гера от Альянса. Да хоть туалетная бумага, а? Без разницы. Хуяли без разницы. Вар... У тебя уже 3 часа? Ебать. Понимаю. Слева не закрыл никто. Дайте боб. О, кого? Диван. Диван, диван, диван. Я хочу жить. Нет. Ашка, лезь на меня, я за джипсом лежу. А, вот это даже масс-рез есть. Ты же в гильдии, точно. Да, раньше заебывало бегать вот сюда. Руки не кубают. Оно мне надо, Войд, ёпта. Ну вот честно. О, великий как чувак. Как еблану и закрывать все в сове. Прикольно, конечно. Славься. Не научу. Сейчас. Если есть Гера.
А чё с, блядь, ластом? Я погиб смертью храбрых, я закрыл руку ради рейда. Да. А да, на следующий, если там будет. Снаряд, с круга все свалили. У меня уже есть. Снаряд с круга свалили. Тебе эта фраза, вижу, понравилась. Меня вторые руки убили. Ну хуй знает, по-моему, не успел подложить. Но на первый точно прожмал. Руки слева. Я второй раз умер смертью храбрых. В смысле, так никто не пошел туда. Типа, либо я один был, либо я срай. Когда Бог туда пошел. Нормально, ты там не один. Я там один стоял, когда первый раз умер. Первый раз ты стоял не один. Там рядом был шаман, на нем был дебаф. Там был не шаман. Сорян, сорян тогда, сорян, не увидел. У меня уже достаточно таких предметов. Мне вроде нахило. Понял. Ничего не выпало. Понимаю. Пересобирать будешь? Если скажешь, что навара, меня стошнит. Навара. Это другое. Ай, блядь. Без ножа режешь. Ты что там жрёшь, блядь, а? Виби там.
Так, кто напомнит, сколько скорости на ретрика надо? Что-то запамятал. 200. А за что бонусы? 200, ага, на ретрик. Шестьсот пятьдесят восемь в бисе у тебя получится. Я только это помню. Оклад или внул? А, он на этом был. Все. Как же топ на магером, топ 5. Сейчас я скиллы выставлю, блядь, последний уровень. Будем пересобирать рейд на...